Всем привет! Немножко об отношениях с мужчинами, отношениях и интернет онлайн, и просто в отношениях, когда, да? Девчонки, наверное, вы многие чувствовали, понимаете, о чем сейчас я буду говорить. Каждый, мне кажется, с этим встречался, да? Вроде бы начинаются отношения, и они вроде бы как и развиваются, да? Но нет какого-то эмоционального накала, суперстрасти, супертяги. И ходим мы на свидания, и цветы, например, он дарит. Но как-то иногда вы, вот знаете, признаки этого, вам приходится, надо придумать, что о себе рассказать, или какую-то тему для разговора, как мы с ним сегодня будем общаться, куда мы, например, пойдем, и так далее, так далее, так далее. Но как-то вроде бы и интересно вместе, в тот же момент неинтересно, да? Как бы вроде бы в отношениях, но нет какой-то там супер слияния страсти, да? И мы прям чувствуем, что в одном направлении, в таком роде, да? Некое расстояние чувствуется. Вначале эти ощущения нормальные, да, когда мы ходим на свидание, то есть рано или поздно этот щелчок произойти должен. Но, как правило, этот щелчок происходит, когда мы, например, походили на свидание, пофлиртовали, пообщались в кино, домино, там, переписывались в интернете или еще как-то, короче говоря, узнали, нас все устраивает, и, например, он или я, мы кому-то говорит, кому-то давай встречаться, или мы там в отношениях, да, вот этот какой-то момент, что мы начали встречаться, вот этот щелчок сближения, вот в этот момент происходит, да, у нас новый этап, новая ступень. Иногда люди, вступая в отношения, они не обговаривают это, да, и вот этот щелчок не происходит, да, то есть, условно, вы вроде бы начали, обговорили, что в отношениях, но расстояние оно еще есть, и нет вот этой искры. Вы думаете, ну когда она закончится, когда эта искра произойдет, в чем проблема вообще, что-то и во мне не так, или люди с низкой самооценкой или заниженной начинают в себе ковыряться, да, придумывать истории для пообщаться, для разговоров, для встречи, а может быть я не так сел, а может я не так выгляжу, а может я неинтересная личность, а может быть это из-за меня, а может быть я делаю что-то не так. На самом деле нет. Другие люди могут, например, думать, что у кого там с доверием проблемы, у него там кто-то есть, что-то есть, начинают копать, узнавать, включают Шерлока Холмса или еще кого-то, что-то пытаются, в общем, вывести какую-то информацию, теорию, в общем, свою тревожность понизить, найти виноватого либо причину, вопросы с доверием, да, найти, например, кому он там, что, с кем он еще общается, что ко мне не так тепло и близко относится и контактирует со мной. Вариантов будет очень много. Когда мы не чувствуем этой некой химии, этого перехода нового в отношениях, толчка, можно назвать вообще как хотите, да, ну, я называю это щелчком, это назвала. Все очень просто, человек не позволяет этого, вы, допустим, хотите, но вы чувствуете некую преграду от человека, он не идет на сближение. По его, назовем так, инициативе, неизвестно, осознанно или нет, этот человек для вас еще закрыт. Он не позволяет вам переступить некую границу личности, стать к нему ближе, чтобы отношения стали доверительнее, теплее, роднее, ответственнее как-то и так далее, и так далее, и так далее. Он может говорить слова любви, например, и называть их, но вы чувствуете, что они просто сказаны, или они какие-то холодные, или в них нет такой вот тепла там и так далее, как должно быть. То есть вы чувствуете некую фальшь, или ощущение, что надо, или я первое сказала «люблю», а ощущение, что он сказал, типа, ему надо соответствовать, он начал мне говорить, что он меня любит, да, на самом деле я от него этого прям так не чувствую. Это говорит о том, что человек держит некую грань, некую планку, каким-то образом отгораживается от вас, не позволяет приблизиться, развернуть чувство, любовь. Почему люди это делают? У них, естественно, страх, это страх сближения, доверия, предательства и боли. Это травмированный однозначно человек, который держит себя на дистанции. Такой тип парней бывает, когда он встречается, я называю, играет в отношения, все чисто, гладко, прикольно, месяц-два, ну три максимум этой игры происходит. Потом он почему-то сливается или расстается, или пытается через конфликт каким-то образом расстаться, но отношения заканчиваются. А он весь очень красивый, ухоженный, элегантный, за ним девчонки там бегают и так далее. Ты порой, начиная отношения, думаешь... Вау, такой на меня обратил внимание, это что, мое теперь? Вау, неужели я такая классная, да, моя самооценка повышается. Потом начинаются трудные вот эти отношения, вы чувствуете, что все неплохо, проблем нет, а сближения, теплоты, душевности, влюбленности нет, человек не подпускает. Очень часто травмированные такие мужчины играют в отношения
и никого не допускают до своего сердца на самом деле. И это очень печально, потому что они при этом травмируют своих жертв, назовем тогда, избранниц. Дело не в том, что он искренне начинает отношения, ты ему нравишься, все классно, но в какой-то момент критический для него, он вот эту грань не может сбросить, да, он не может допустить к себе ближе, он не может позволить быть с ним рядом. И для него это самого проблема, он искренне может, хочет попытаться, он пытается, вступив с тобой в отношения, он пробует, но у него не получается. Потому что его травмы, его обиды, его боль гораздо сильнее. Вот эти прошлые воспоминания, очень сильно этого боится. Не факт, что это какая-то девушка когда-то первые отношения или еще какие-то нанесла. Это могут быть, в принципе, проблемы с родителями, с женщиной в жизни. Этого очень-очень много, в этом надо прям индивидуально смотреть и копаться. Но что-то в этом есть. Другой тип — это когда парень вступает типа в отношения, а потом кидает девушку. Да? Это вообще на самом деле сведение счетов. Это некий реванш так происходит. Это сам процесс, надо сделать больно. Да? Это месть за причиненную когда-то боль. Это немножко другое. Сегодня я рассказываю про вот этот лайтовый вариант. Вроде бы как и все в порядке, но как-то не продвигается, или как-то не искренне, или как-то не близко эти отношения. Если вы в такое попадаете, хочу первое сказать, проблема точно не в вас. Вы искренне, открыто к нему относитесь, симпатичен он вам, с вами все в порядке. Проблема с этим человеком. Он не может к себе допустить. Иногда такие отношения могут развиваться быть дольше, но это надо быть тоже, знаете, некой мазохисткой, потому что быть с человеком, когда ты чувствуешь некую преграду, что тебя не до конца искренне любят и так далее, это тоже надо, блин, уметь терпеть это все. Зачем это тоже? Ну, это уже некий садизм, назовем так, и невроз, да, идет. То есть это нездоровая история. Такие отношения иногда могут быть дольше, длиться, если мужчина увидел в женщине некие безопасные моменты. Если она ему закрывает некие моменты потребности безопасности, например, он точно знает, что она не предаст, что она там хорошая, супер какая-то, еще что-то. В общем, ей есть некая защита, протекция. И так как он, например, тревожный, очень боязливый, ему делали больно, вот этот момент или пунктик очень для него важен. И он искусственно начинает любить. Он играет в любовь. Он сам себе пытается убедить и навязать, что он любит эту женщину, что все окей. Он делает то, что нужно. Дарит цветы, подарки, можете ездить в отпуск. Но это холодные отношения. Это те отношения, когда вы чувствуете, что какая-то преграда есть, да? Или, например, в моменты какой-то близости эмоционально. Это на уровне чувства, ощущений вы можете считывать. Если такая история затягивается, вы чувствуете, что вы не родной человек с вот этим, все вроде бы хорошо, но вот какой-то холодок есть, отношения до конца не разворачиваются в полную силу, для вас уже, это к вам опять же вопрос будет, мне это нужно, а мне это нужно терпеть, может быть, мне выходить из этих отношений, потому что я до конца с ним счастлива не буду. И в таких в связях, скажем так, иногда и бывают даже свадьбы. Когда просто два человека закрывают потребности друг друга. Ему с ней в каких-то моментах безопасно, он знает, что она его не предаст, ей тоже он для чего-то нужен, не знаю, для статуса. Вот в советское время такое часто было, да, когда люди не любят друг друга, на самом деле могут потом со временем жить разными жизнями, но они на чем-то сошлись. Может быть, даже завели детей, родили, потому что так надо, потому что родители спрашивают, социально приемлемо и так далее. Но вот этот холодок — это про то, что вы все равно со временем не будете чувствовать удовлетворенности этими отношениями. Это любовь на уровне друзей. Это, скорее всего, потом перерастает в приятельское, в привычку. Но не любовь и страсть, как двух партнеров, родных людей духом, да, которые встретились, там рожают. Короче, это не про счастье история, а про привычку, про нужду какую-то, про закрытие потребностей, про выгоду на самом деле. Да. Мне выгодно, удобно быть с этим человеком, потому что потому. Вот так это работает. Для кого-то это приемлемо тоже. Это для всех в основном эти отношения такого плана, они вопрос безопасности. Мне страшно оставаться одной. Мне страшно никого потом не найти. Моя самооценка будет падать. Мне страшно, страшно, страшно. Поэтому я это терплю или позволяю. Он уже мне цветы дарит, все приносит в дом условно.
там, я не знаю. Короче говоря, вроде бы как бы типа живем, типа вроде любовь. Но везде вот в фразах вы будете говорить типа или вроде бы, ты не уверенный до конца. То есть ты даешь оценку, что я не знаю, что происходит. Это не стопроцентно, когда ты можешь легко сказать, да, я счастлив, мне все нравится. Да, у нас любовь, и там я рад своему выбору, или там, своему браку и так далее, и что встретил этого человека. Напишите в комментариях, встречали ли вы таких людей, такие браки. Я очень много часто вокруг, на самом деле, такого вижу. Не бойтесь задавать себе вопросы, зачем мне это нужно. Если ваша цель не просуществовать, просто так свою жизнь промотать, а цель быть счастливым и наслаждаться проматыванием процессом жизни, наслаждаться здесь и сейчас. Может быть, где-то вокруг вас ходит человек, которому вам будет классно, кайфово, и может быть, это любовь, может быть, это чувство. Вы не будете так ставить вопрос, вы будете говорить уверенно, это тот, кто мне нужен, это то, что мне нужно и так далее. Я желаю всем, чтобы у вас такого было больше, чтобы вы были с теми людьми, которые любят вас и которых любите вы. Будьте просто счастливы. Жду ваших комментариев на эту тему, может быть, вы в таких отношениях. Если да, то напишите, что вас останавливает, какой у вас есть страх от расставания, завершения таких принятых удобных отношений, но не суперсчастливых. В инфобоксе под видео моя почта. Если вам нужна моя консультация психолога, то обязательно пишите туда слово «консультация» в теме письма, я вам отвечу. Спасибо за внимание, всем пока!